Здравствуйте! Анастасия Заворотнюк всегда считалась одной из любимиц публики в российском кинематографе. Однако, недавно появились сенсационные заявления ее первого мужа, Олафа Шварцкопфа, которые заставили взглянуть на ее образ в новом свете. Олаф Шварцкопф, бизнесмен немецкого происхождения, рассказал о шокирующих подробностях их отношений. По его словам, в молодости, когда актрисе было всего 22 года, и они встречались, Анастасия забеременела. Пара совершила поездку в Астрахань к матери Олафа. Во время этой поездки произошло событие, которое Олаф долгие годы считал трагедией. Заворотнюк сообщила о выкидыше. Под влиянием этого события Шварцкопф предложил ей выйти за него замуж. Спустя много лет, как утверждает бизнесмен, он узнал правду. «Мне открыли глаза. Сказали, что это не выкидыш, что это она сознательно прервала беременность», признался Шварцкопф в одном из телеинтервью. Эти обвинения вызвали волну дискуссий среди поклонников и критиков актрисы. Впрочем, сама Анастасия Заворотнюк до сих пор не прокомментировала эти заявления. Эта новость породила множество вопросов о том, как далеко могут зайти люди в стремлении достичь личных целей и как легко образ любимой звезды может оказаться омрачен скандальными откровениями из прошлого. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.